Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Мы продолжаем играть с вами в симулятор роботов. И в этой серии, ребята, я покажу вам действительно нечто просто офигенное. Я покажу, где находятся все секретные роботы, и они очень крутые. А также я покажу вам баг, с помощью которого можно прокачать роботов и пройти игру просто в пару щелчков, ребят. Поэтому сейчас все, кто смотрит, ставите лайк, подписывайтесь на канал и жмете на колокольчик. А мы начинаем. Итак, в прошлой серии я показал, где находится один секретный робот. Но я пропустил, ребята, еще одно, а еще и добавили, ребят, смотрите, вот здесь заходим, и здесь у нас лежит вот такой вот робот, он очень хороший, ребята, это легендарный робот, и у меня уже, получается, будет несколько, смотрите, у меня их раз и два, да, я уже двоих получил, одного я себе передал, а одного только что подобрал. Смотрите дальше, ребята, что у нас происходит, мы идем вот сюда, да, у меня скорость бега быстрая, я купил себе VIP. Да, ребята, за 175 робоксов, не пишите, почему у тебя такая большая скорость бега. Заходим вот сюда, и здесь на крыше, ребята, есть еще один секретный робот. Посмотрите, какой милаха. Вот он, робот-ниндзя, ребята. Бесплатный, очень, ребята, крутой робот. Мы сейчас его с вами вызовем. Ниндзя, бот, грин, эпический. Этот легендарный, вот этот вот экзотический, ребята, клоун-бот. Мы с вами получали его за код, который мы вводили в прошлой серии. Код у нас был такой, если не ошибаюсь, релиз, релиазе. Вот такой вот кодик, ребята. Вот, я уже получал этого бота. Он у меня же есть, мне второй раз его не дадут. Вы получаете вот такого экзотического бота. Погнали дальше. Еще один у нас есть ботик, который находится вот здесь, ребят, за этими камешками. Его добавили недавно. Если вы знаете еще какие-то секретки, пишите. Но этого бота точно не было раньше. Подбираем его тоже. Очень крутой, ребята, бот. Смотрите, давайте посмотрим, кто у нас он. Камоновский. Просто проверим его статы. Мы одеваем вот этого. Одеваем ниндзю. Ну-ка, смотрим. Ниндзя. Какие статы ниндзя? Дэмэдж 15, скорость 22, коины 24. Хороший бот. У этого... Дэмэдж 20, 22 и коин 10. У ниндзя немножко покруче, да, ниндзя круче, ребята. А теперь смотрите, самое прикольное. Просто такого вы не ожидали увидеть. Нажимаем на моего Санту. Смотрите, коин мульти 800, дэмэдж 800. И вы можете сделать так с любым своим ботом. Но единственное, если я его сниму, если я его сниму, смотрите, вот так вот, а потом снова одену, ребята, что у нас произойдет? Он снова станет прежним. Он у меня, видите, какого уровня? У него 320 коинов и дэмэдж 220. Ребята, как я это сделал? Я вам сейчас расскажу, а также посмотрим, какие боты у нас новенькие появились. Итак, у нас появился новенький за 500 робоксов, вот эта девулька, она очень дорогая. И вот этот мега-бот какой-то, Ultimate Temple Bot, который стоит 2500 робоксов, ребят. Но это просто мега-дорого. Здесь тоже у нас какие-то боты есть, и топовый из них вот этот. Но я думаю, вряд ли он вам попадется, если вы будете ролить. Очень сложно поймать его. Ребята, рассказываю баг. И да, кстати, спасибо за этот баг человеку с ником Эндерник. Он мне подсказал в Дискорде, он мне часто подсказывает разные фишечки. Спасибо ему огромное. И сейчас скажу, зовут его Эндерник. Итак, ребята, какой же баг? В общем, смотрите, я же только что убрал своего Деда Мороза, и у него статы стали обычные. Что вы делаете? У вас не должно хватать вот гаечек. Вот сюда вот, где нужно металл. Быстро нажимаете, много-много-много раз. Вот сюда нажимаете. Все, смотрите, да? То есть я убираю. А теперь он стал, смотрите, каким, просто максимальной прокачки. Но если вы его уберете и снова вызовете, он снова станет нубским. Но пока вы его не перезвали, он будет топовым и будет фармить вам очень много. Давайте прокачаем остальных ботов. Давайте мы этого прокачаем. Смотрите, 10, 20, да? Я нажимаю быструю-быструю прокачку, клацаю сюда мышкой, просто клацаю. У меня ничего нет, видите? Я убираю, нажимаю, и он уже прокачан максимально, ребята. Максимальная прокачечка. Коин мульти 40, дэмэдж 160. Как вам фишечка? А теперь вот сюда клацаем максимально быстро, максимально. Я, кстати, не замечал эту штуку. Каждые 60 секунд что-то делает. Ух ты! Что-то еще делает каждые 60 секунд. Это ничего не делает, а это ничего не делает. Ладно. Он тоже прокачан. 120 урона, 96 мульти. И знаете, что хотел я сегодня еще сделать, ребята? Я хотел сегодня расширить свой инвентарь, чтобы я мог вызывать 5 роботов. 5. Не 4, не 3, не 4, 5. Только я не знаю, где это сделать, ребята. Вот я хочу его одеть, а мне не позволяет. Так. А, букву Е нажать туда. Нет, ребята. Тут пропала менюшка. Раньше можно было расширить. Ладно. А, вот у нас магазинчик. И здесь нельзя расширить. Ребята, как расширить инвентарь? Кто знает? У нас пропала менюшка с расширением инвентаря. Значит, мы сегодня с вами не будем расширять. Расширим в следующей серии. Если вы хотите, чтобы я это сделал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчики. Итак, а мы с вами телепортируемся просто в последнюю зону. Сейчас в нем начнем фармить. Я покажу вам еще одну фишечку. Видите, со мной еще играет 3 человека. Мы всех над ними сегодня подшутим. Так,
Я телепортируюсь в майнинг зон. Это у нас последняя зона. Нет, давайте мы с вами к боссу телепортируемся. Здравствуйте, босс. Смотрите, как я его вынесу. У меня вот эти ребятки, они прокачанные багом. Они просто, смотрите, выносят его. Посмотрите на его хп. 3600, смотрите. Сейчас бум-бум-бум. 2500. Дед Мороз по 800 лупасит. По 800. Вы представляете, если купить вот того бота за 2500 робоксов, прокачать, он будет с одного удара ваншопать этого босса. Я сразу получил 100 вот этих вот штукенций. Так, кстати, добавили новых мобов. Я их здесь не вижу, кстати. Вот здесь чувак бежит какой-то. Ладно. Добавили новых мобов. А если я еще раз его убью, я получу еще 100 гаечек этих для прокачки. Мне интересно. Так, 2800. Давай. Лупасим. 1700. Он капец выносит. Он просто ваншотит этого бота. Так, 100. 200 щеп. Офигеть, ребята. Почти 200 гаек дало в этот раз. Денег, правда, не насыпало. Так, телепортируемся сюда. А теперь я покажу вам фишечку. Смотрите, мы начинаем фармить. Сейчас будем зарабатывать денег. Колоссальное многое количество. Так, боже, какой каламбур, сказал я. Так, сколько? 128 тысяч. Лучше фармить именно монетки. Вы посмотрите, с монеты сколько я буду получать. 120 миллионов. Это миллион. Стоп. Это же миллионы. Так, мы, короче, фармим монетки с вами. Смотрите, вот это. А Дед Мороз будет фармить? Все. Лучше всего фармить Дед Морозом, потому что он больше всего прокачан, у него 800 прокачка. Смотрите, сколько Дед Мороз дает. Я могу этих убрать и Дед Морозом только фармить. Вот этих ботов можно поубивать. Вот, теперь правильно работает. То есть я направил на одного, на второго. Все работает идеально. И здесь есть такая фишечка. Если вы попали в эту зону, прокачались, вы можете просто пошутить над другими игроками и телепортировать их. Короче, подходите к этой тележке, вот сюда, и все игроки сервера телепортируются к боссу. Вы посмотрите, что происходит. Просто все телепортировались к боссу в эту локацию. А выйти они отсюда... А выйти они отсюда не могут, если они не открыли территорию. Вы просто можете шутить над ними постоянно. Сейчас они ливнут сервера. Я 100% уверен, что они сейчас ливнут. Ребята, сразу не обижайтесь. Если вы мои подписчики, не обижайтесь. Я должен был это показать своим зрителям. Эту фишечку. В общем, нам нужно подойти к тележке, и она просто вас телепортирует. Кстати, эту фишечку мне показал тоже человек с ником Эндерник. Спасибо большое ему. Так, ну что, они еще не ливнули с сервера? Сюда-то они попасть не могут. Они сейчас попытаются уйти в первую локацию, все. Но я могу снова взять, нажать вот сюда и опять всех телепортировать. Они все сейчас здесь окажутся, в этой локации. Боже мой. Это, вот, уже выходят, видите? Уже меняют сервера. Один уже вышел. Да, потому что придется выйти. Если у них нет телепорта, им нужно только делать сброс персонажа. То есть только вот таким вот путем. Другие сейчас начнут жаловаться на меня, ребята. Но это не моя ошибка. Это баг самой игры. Просто подходите к тележке, и происходит такая штукенция. Итак, что мы с вами делаем? Мы открыли с вами локацию за 1 250 000. Я ее открыл уже. Здесь у нас какой-то черный бот, которого выношу я просто на ура. Сейчас соберем подарочки с вами. Так, ботяра, давай. Опа, кто-то телепортировался сюда. Тоже богатенький, походу. Или он уже босса? Он босса убил и смог телепортироваться. Ну, значит, я ему помог, слушайте. А также вы можете... Слушайте, если ваши друзья играют в эту игру... И вы уже докачались до этого телепорта. Боже, у меня кто-то прокачался. Всякие звуки жесткие. Воу, ты чего так прокачиваешься? Ты же уже прокачан, тебя больше прокачивать некуда. Ладно, мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы убираем всех ботов моих. Заходим в инвентарь, мы оставляем только Дед Мороза. Потому что Дед Мороз у меня топовые прокачки. И я буду фармить только им. Смотрите, прикол. У меня сейчас 1 413 000. За эту штуку я получаю 1 400... Ну, где-то 10 тысяч. Давайте, есть побольше какая-то штукинца? Нету. В общем, монетка, смотрите, 1 422 000. И сколько? Сколько? 1,5 миллиона. В общем, смотрите, я бью монетки в минус. Блин, не видно, конечно. Там сейчас будет такая штучка написана. Минус хп, короче, в этой монетке. Я бы вам сейчас показал, если бы получилось. Нет, немножко... Вот, видите, минус 838. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Они фармятся. Фармятся, но что происходит? 1 600 000, а теперь добиваем вот так вот. То есть он начал фармить, уже как бы дофармит, нажимаем, но деньги мы получаем с этой штучки. Сюда отходим, вот так делаем. Я не знаю, что я сейчас делаю, какой-то баг, что ли. У меня 1 700 000, мы с вами по-любому сегодня откроем зону за 5 миллионов, уже 1 800 000, это очень быстро. Еще, да, я хочу сказать, у меня, конечно, куплен X2 денежки, у вас будет немножко медленнее все это происходить. Но видите, я фармлю только одним Дед Морозом, потому что он у меня топовый. Итак, я показываю еще одну фишечку. Так, берем самого обычного бота. То есть вы зашли первый раз в игру, одеваете basic бота. У вас у него статистики вот такие. Видите, вот два... А, нет, у меня уже прокачан немножко, слушайте. Ладно, это не тот бот, а этот прокачан у меня тоже. Давайте посмотрим на него. Вот, damage 2. Смотрите, я сюда, смотрите, что делаю. А, я потратил только что нечаянно свои эти штуки. У меня же были гайки. Он еще и вырос. Смотрите, какой он огромный стал. Он реально огромный.
Так, вот, видите, не прокачанный. Я нажимаю сюда. Вот, качаю. Все. Он тоже стал огромный, Прикольно. Я хочу, знаете, что делать? Я хочу вырастить Дед Мороза еще раз. Так, убираем. Одеваем. Видите, Дед Мороз маленький. Как, видите, вот эта штука мешает. То есть я могу сейчас направить его. Так, он летит. А теперь смотрите, он только что вырос прямо на наших глазах. И стал реально огромным Дед Морозом, которого 800 на 800. Так, у нас 2 миллиончика уже есть. Продолжаем фармить. Еще десяточку. Еще. Надо близко возле монеток находиться. Вот, я буду бегать возле монеток. Дед Мороз будет за мной бегать. Так. Некоторые он долго фармит, некоторые быстро. Смотрите, мы, грубо говоря, по 100 тысяч с одной монеты получаем. Он что-то там прокачивается еще. Смотрите, 2600. 2694. Нужно 5 лямов. 2781. А с большого подарка 2790. То есть, что с больших, что маленьких. То есть, если у вас есть сильный питомец, там, на 200, на 300 урона, там, то хотя бы на 100 вы сделали, фармите маленькие монетки. Как в последней зоне, так и в первой зоне вы будете получать одинаково. Так, два бота, смотрите, с одного выстрела. Просто ваншот делает Дед Морозик. Жестко. Вы, в принципе, можете брать, делать то же самое любым персонажем. То есть, хотя бы вот этим, смотрите, вот этого бота вызываете. Где у нас? Клоуна. Он у нас за что? За кот, по идее, да? Что у нас за статы? Смотрите, мы его выращиваем. Все, выращиваем быстрым нажатием. У нас тут 200, ребята, 200. У него урон 200, он тоже будет шотать. Это очень крутой бот. Но пока что он мне не нужен, потому что у меня есть сильнее, чем Дед Мороз. А вы можете бесплатно получить этого бота, также других, и прокачать их хорошенько. Так, Дед Мороз, ты начал долго собирать. Мы с вами почти 4 ляма собирали, давайте еще немножко. Подарки даже не буду собирать, потому что мне бессмысленно собирать. Я буду собирать только монетки, за них получаю я намного больше. Я просто хочу открыть территорию, посмотреть, что же там интересно и сколько территорий еще впереди нас ждет. Так, давай. В принципе, даже на самом деле бессмысленная покупка вот этих вот ботов, то есть расширение инвентаря. За 350 робоксов можно одевать не 3 бота, а 5. Но я пока что вижу это бессмысленным. Так, фас убиваем. Так, давай вот этого чувачка. Только если босса какого-то убивать, в принципе, тогда это полезно. А так это вам вообще не нужно, ребят. Так, еще один моб, просто шотаем его. Так, что мы делаем? Вот сюда нажимаем. Все, ребята, мы дофармили. 5 лямчиков есть. Ура! Открываем новую зону. Что у нас такое? Здесь какая-то лава. Я здесь хп хоть не теряю. А где мобы? Ребята, походу здесь нет мобов. Я открыл локацию, в которой еще нет мобов. Да, ребята. Получается, локации сделали, мобов не добавили. Думали, что мы сюда не докачаемся, а мы уже докачались. Я вижу зону за 25 лямов. Я вижу зону за 50 лямов. Но где же боты? Я их не вижу. В общем, это пустая зона. Мы пока что прошли, значит, игру по максимуму. Давайте мы с вами сделаем еще небольшую штучку. Мы сейчас сделаем вот так. И опять телепортируем весь сервер просто на босса. Смотрите. Хлоп, здравствуйте. А внизу, смотрите, я просто бум ему сделал. Они реально все фармят босса. Смотрите, у него сколько? Сколько у них этих роботов? Кто-то тоже умеет прокачивать. Смотрите, он тоже, походу, прокачал. Вынесли босса, получил 300... Офигеть, ребята! То есть можно сюда телепортировать друзей и просто им давать фармить вот эти вот... Смотрите, просто шотает мой Дед Мороз на огромном расстоянии. Так, я могу вот этого убить. Смотрите, зелененького-то. Бум! Вот это круто! Друзья, на этом я серию заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!